В отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Видном принимали гостей из Китая, которые привезли гуманитарный груз для оказания помощи российским бойцам, задействованным в специальной военной операции на территории Украины. С самого начала специальной военной операции по сегодняшний день в зону специальной военной операции направлено свыше 200 тысяч гуманитарного груза. Свыше 50 тактических медицинских аптечек, укомплектованных всем необходимым для оказания первой медицинской помощи в полевых условиях, привезла Видное для передачи нашим бойцам президент китайской компании, специализирующейся на выпуске подобных аптечек. Это большая честь помогать, но главное, я надеюсь, что пострадавшие люди будут в безопасности. Представители организации подробно рассказали юнармейцам, как пользоваться их аптечкой. Этот клапан нужен для того, чтобы остановить кровотечение. Зарубежные партнеры убедили, что все изделия отвечают современным требованиям. Применять аптечку просто и легко, а это один из важных пунктов во время боевых действий. Это лучший материал, который есть. Используются самые качественные молнии. Это сделано для того, чтобы в случае опасности можно было очень быстро открыть его. Это лучшее качество, которое есть. Общение с китайскими гостями продолжалось в узком кругу в теплой дружеской обстановке. А президенту китайской компании вручили благодарственное письмо от отделения партии «Единая Россия». Юлия Стаферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ.